Всем привет! Будем сейчас играть, тестировать ноутбук на игровые возможности. Вот я буду тестировать на игре Garry's Mod. Карту я скачал Union City. Все очень хорошо работает. Не лагает, не тормозит. Что процессор Intel Core i3 370T. Видеокарта NVIDIA GeForce 310M. SSD на 500 гигабайт, стоит Windows 10. Это, кстати, ноутбук Lenovo B560, если что. Вот. Видите, Lenovo. Сейчас выключу. Так. Тут у меня стоит Windows 10, как видите. Сейчас закрою. Не высвечивать ничего. Вот жесткий диск, ну, точнее SSD. Свободен. Сейчас покажу. Так, нет, не туда. Вот, как она установлена. Так, сейчас. Вот. А, нет, не туда. Зашел. Вот как эта карта называется. Union City. Так, я покажу процессор. Вечер задач. Ну что-то музыка груз включена. Сейчас закрою. 4 гигабайта оперативки, такой процессор и SSD. Продолжаем. Вот, открывается вот это вот. Жопа. Игра плавно идет, без тормозов. Windows, кстати, 4 раза обновлялась. Но это очень долго обновляется. Пришлось ждать 4 часа, пока она там обновится. Подготовка Windows что-то долго шла. Но все-таки винда послушно установилась. Кстати, по этому интерфейсу, функционалу, удобству мне Windows 10 нравится больше, чем Windows 7. Все, побалуемся. Это вот, кстати, мод разрушимые пропы. Чтоб глобус не разбился. Черт. О, смотрите, как он разлетелся. Нет. Вот так вот сделаю. Офигеть.
Еще вот, кстати, если вы видите, скачал вот этот вот LED Screens. Сейчас напишу название моего канала. Сейчас. Вот. Кстати, все проверим. Будем совсем взрывать. Он что-то подлагивает немножко. Ну, ничего страшного. Подожду. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Какую еще карту скачал? Сейчас посмотрим, какую. Вот эту консоль закроем. Молокова 46. Подождите. Так, все. Уже загрузилось почти. Все покажет. Ну, давай. Подождите. Ну все, загрузилось. О, кстати, фарворки. Сейчас какой-нибудь фарворк-то. Или точнее фейерверк. Тестируем. Вот. Вот это, например. Угу. Танцующий дракон. Это сейчас, сейчас тачпад не работает, потому что мышка. Включаю. Вот, тачпад работает. Подключаем мышку обратно. Тем пользуюсь уже 2 месяца. Мне винда 10 устраивает полностью. Даже сам каждый день играю на этом ноутбуке. А сейчас вернемся обратно на Union City. Пока грузится, вы можете осмотреть. Клавиши-то еще хорошие, вот только немножко вот это вот. Затерлась. Немножко грязненькая. Вот вентиляционная решетка чистенькая.
Тут вот горят. Хорошо. Покажу, как откроется дисковод. Надпись Lenovo вот тут, но зеркальная. Все ребристое такое. Еще сканер отпечатка пальцев есть. Все, вернулись на Union City. Такой вот отель интересный. Не знаю даже, что это. Вот это. Ох, не могу туда зайти. Ладно. Покажу, какой там лифт. Вот здесь. Дефильный, все какое-то, все страшное, старое. Тут на других. Кстати, нажал на М, буду вот так вот летать. Вот медика. Вот еще нашел что-то. Color, что это такое? Sun Colors RPTS. Не понял. А, все. Приехал наш лифт. Так, ладно, все. Буду сейчас завершать. Хватит уже мучить его. Понравилось это видео? Обязательно ставьте лайки. Всем пока.